Как сообщает BBC News, в столице Египта произошло 3 взрыва в непосредственной близости к зданию Каирского университета. 2 взрывных устройства были заложены возле полицейского поста. Их приводили в действие для нанесения большего урона через интервал в несколько минут. 3-я бомба, менее мощная, взорвалась у главных ворот вуза во время обследования саперами места первых 2 терактов. Пока местные журналисты сообщают только об одном погибшем. Это начальник отдела уголовного розыска полиции Гизы пригорода Каира. Число пострадавших неизвестно.